приехала в Мегасити, хотела в РБТРУ зайти или любой магазин электроники. Здесь вообще все пусто. Одна одежда. Нету магазина. Вообще электроника. Мне ноутбук нужно посмотреть. Кинотеатр здесь тоже закрыли. Есть детский центр развлекательный. Там всякие прыгалки. Город, по-моему. И все. Такой огромный центр. Видите, закрыт все. Аренда, может, дорогая. Кофе решили попить. Я фисташковый, Сережа карамельный. Сейчас получим. Сказали уже там. Ждем. Свой номер. Вот кейки. 21.14. Там вкусная точка с большим огромным. Айс-кофе. Холодный. Вот фисташковый, он как кофе с морозом. Ладно. Похолодно. Да. Попили кофейку и дождь начали.